Выехали мы тебя. Стоять! Нельзя ко мне подходить. Стоять! 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 Есть проблема. Щенки по... Куда? Куда? Ну-ка стоять! Вот стоять они на одном месте не могут, пока вот этому не могут. Ну-ка, не прыгайте! Не могут они стоять. Стоять. Когда очень громко кричишь, вроде доходит. Только чуть потише скажешь, они даже не въезжают. Или не хотят слышать. Ну, в принципе, вынесли меня махом из поселка. Молли! 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 Называется, я ее укусил. И тебя укусил. Не нравится? Встань, все, стоять, стоять! Стоять! Они хотят резвиться, им плевать на мои команды. Пока они везут, они вот выполняют. Уже лево-право команды выполняют. Ладно. Вы хорошо все равно ехали. Будете... Не слушайте, я буду вас кусать. Понятно? Ладно, идите ко мне. Я вам, смотрите, что приготовил. Сейчас можно, можно. Идите ко мне. Давай, маленькая, садись, садись. Много не буду, воды у нас нету. Молодец. Молли вообще. Молли везет очень хорошо. Она идет впереди всех. Она понимает уже команду. Она, видать, с Аляской ходила. И понимает команды лево-право прям выполняет. Может, случайно сейчас выполнила. Ну, по крайней мере, сейчас все команды выполнила. Она вела сейчас всех. Я вот думаю, сейчас ее, наверное, одну поставить. А этих двоих сзади. Потому что вот этот... Саня чуть-чуть приотстает. Все-таки Молли боль заводная. Хотя шейника нет, может, пускай это как есть. Иди, Хаки, сюда. Хаки сегодня я поругал тоже. Не надо, подожди. Хаки, на. Молли, сидеть. Много нельзя кушать. Ну так, по парочке скушаем сейчас. Чтобы они знали, что я не только ругаю их иногда, а все-таки идти все. У Молли такой момент есть. Если она поймет, что она что-то не так сделана, она не просто будет ждать, когда подойдешь, ее поругаешь. Нет, она просто свалит. Она сразу. И поэтому она сейчас начала, она поняла, что хочу ей что-то сейчас сказать. Она понимает, что она в сторону отошла. И я сейчас буду ее это наказывать или просто ругать буду. Ей не нравится, когда с ней по душам разговаривают. И она просто сразу побежала, поэтому велосипед запутали. Ну что, мои хорошие ребятишки? Чудо, они сейчас в лужу залезли, в грязную. Они грязные, мокрые. Все было сухо вокруг, но в лужу им так. Это, ну, дети, дети. Ну, долго бегать нельзя, сейчас поедем обратно. Буквально сколько мы проехали, километра, наверное, два. Ну, сейчас, наверное, буду тормозить. И раз... Ну, я останавливался три раза. Так. Вот эта вот шлейка дурацкая, на больших она хорошо сидит, а это крутится и она сползает. Надо что-то как-то войлок подложить, что ли. Ну ладно, ребятишки, сейчас мы поедем обратно. Или не поедем. Давай мы сейчас сделаем так. Молли, ты сейчас сама выберешь маршрут, да? Молли, ты сама маршрут выберешь? Ты маршрут сама выберешь сейчас? Ты как прям вся мама. Ты прям Аляска, мама. Прям вот один в один, и поведение. Вот все, что она творит, как так, крысочка такая. Вообще, она в плане езды, она... Иди ты отсюда, не лезешь ты меня грязная. Куда? Куда? Ну-ка, иди сюда. Иди сюда быстро. Все, встань. Стоять. Вот смотри. Саня выполняет команду сразу, раз и присела. А это жабеныш очень самостоятельная. Но опять же, Саня не сможет быть лидером. И это... тоже лидером не сможет быть все-таки. А Молли, вот она сама на уме. Ее и ломать нельзя. Я иногда ее так кусаю за бок. Не сильно. Вот так. Но она это знает сразу. Раз и сразу начинает меня кусать в отместку. Сразу начинает меня в отместку кусать. Ты мое чудо. Ты чудо. Вот будешь не слушаться, я тебя буду кусать. Вот так. Да, вот так вот. Вот-вот. И она меня. Тут тоже так. Я не сторонник, чтобы собак наказывать. С одной стороны, но с другой стороны, наверное, все-таки должно быть так, как происходит в стае. Вожак может укусить, потрепать. Ну вот я примерно так себя веду, что я... Вот Аляска так себя ведет, когда они что-то не так делают, она бывает. Зак рычит иногда и пытается, ну, кусать не сильно, он прижимает. И Аляска прижимает.
И вот я тоже так прижимаю. Сегодня, правда, я посильнее ее хапнул. А так вообще просто хватаю так, типа за бок, типа как бы это, как вожак бы схватил. Вот так вот. И вот так раз. И она, ну, она кричит раньше, чем это больно ей. Она на всякий случай пищит. Чудо маленькое. Ну, в общем, все. Выезд состоялся, я очень ими доволен. Я люблю их, они чудесные. Лишь бы наш мир не рухнул, чтобы на следующий год все-таки мы сходили в большой поход. Да? Хаки, мы сходим в большой поход? Как ты считаешь, а? Маленький. Мы в большой поход сходим? Ты даже не хочешь двигаться? А, ты велосипед запуталась. Ты не, ну и не тянешь. Молодец, что не тянешь, тянуть не надо. Саня, мы в поход сходим большой, а, Саня? Все, стоим. Ну ладно, всем пока. Опять курс хаски-терапии и лечение коронавирусной депрессии состоялось. Стало хорошо, завтра пойду на работу схожу. Вот такие вот дела. Всем удачи.